На втором месте партия «Альтернатива для Германии». У них 29% голосов, хотя предсказывали все наоборот. На третьем месте идет партия христианских ХДС, христианско-демократический союз, у них 11,5%. Зеленые Четыре с половиной процента и практически вылетают. Ну, по первым, конечно, прогнозам, вылетают из парламента. Левые 4% процента и тоже вылетают. Ну, понятно, либералы вылетают. Союз свободных избирателей не набирает и не входят в парламент, а вот Сара Вагенкнехт с первого же захода набирает целых 12%. Итак, мы получили первую сенсацию, которую, собственно говоря, никто и не предсказывал. Мы ожидали, что победит партия «Альтернатива для Германии». До самого последнего момента они шли на первом месте. И вдруг в последний момент мы тут видим вот сегодняшние результаты. По сравнению с прошлыми выборами, конечно, интересно посмотреть, кто же потерял и кто чего добавил. Итак, ХДС потеряли фактически 4,1% по сравнению с выборами в прошлом легистратурном периоде. Зеленые потеряли целых 6,3%, левые 6,2%, а вот СПД выиграла 5,8% по сравнению с прошлыми выборами, а альтернатива для Германии 5,5%. Ну, понятно, Сары Вагентна сравнивать не с чем, поэтому у нее получился выигрыш. 12 процентов. Так что выборы состоялись, но самое главное теперь в другом. А что же теперь произойдет в земле Бранденбург? А произойдет следующее. Я хочу вам напомнить, что есть две вещи, которые нужно знать. Первое, в парламенте 88 мест. Это значит, для большинства, для простого большинства, нужно набрать ровно 45, хотя бы 45 депутатских мест, депутатских мандатов для того, чтобы назначить своего главу правительства. Итак, у нас получается если исходить из того, что эти результаты останутся до конца подсчетов, они несомненно еще изменятся, то СПД получит 33 места в парламенте. Альтернатива для Германии получит 30 мест в парламенте. Христианские демократы получат 12, и Союз Сары Вагентных получит 13 мандатов в этом парламенте. Что это означает? Ну, сложите. 33 плюс 12, то есть социал-демократы и христианские демократы, мы получаем 45 мандатов. То есть таким образом, если ничего не изменится в дальнейшем, то возможно так называемая Большая коалиция. Большая коалиция это означает, что именно эти две партии смогут составить коалицию, которая и назначит своего а, главу правительства. И может стать нынешний Бывший глава теперь уже правительства Дитмар Войтка, который, правда, сказал, что он станет главой правительства только в случае, если его партия наберет больше альтернативы. Она набрала больше альтернативы. Так что мы можем предполагать, что, в принципе, то же самое правительство, которое было в прошлом легистратурном периоде, только без зеленых. Теперь они могут вдвоем разделить между собой все посты. Но. И вот здесь самое интересное. Я вчера вам рассказывал о Джокере. Таких Джокеров может быть несколько. В земле Бренденбург одна из самых сложных и запутанных систем выборов. То есть там есть система, при которой партии, которые не набирают 5% голосов, все-таки могут командировать одного из своих депутатов, которые прошли или которые выиграли выборы прямым голосованием. Они получают прямой мандат. Тогда количество мест в Лантаге будет увеличено на количество этих так называемых дополнительных мест джокеров. Таких джокеров может быть несколько. Такого джокера может получить в первую очередь партия зеленых. Такого джокера может получить Петер Вида, я вам про него вчера рассказывал от партии свободных избирателей. И такого джокера может получить партия левых. Если даже представить себе, что один джокер попадет в эту партию, то это уже может все резко изменить, потому что неизвестно, кому он примкнет и кому он отдаст свой голос. Потому что тогда большинство уже изменится, будет не 88 мест, а будет 89 мест, и потребуется другое большинство. А с кем он будет? Кому он пойдет? Пойдет он к большой коалиции или, может быть, он пойдет к альтернативе для Германии, мы не знаем. Еще сложнее будет, если получит дополнительный голос зеленые. Тогда вообще все будет непонятно, кому они пойдут. Хотя тут уж понятно. Они пойдут тем, с кем они были, если их, конечно, эти примут. Потому что зеленые, в общем-то, показали свою неспособность к участию в различных правительственных организациях на уровне земли. Ну, думаю, на уровне государства тоже. Напомню еще раз, это предварительные показатели, и они будут еще меняться по ходу подсчета голосов. Наверное, точные данные мы узнаем завтра утром, пока на сегодняшний момент все выглядит именно таким образом. То есть оказалось, что Цезарь был прав, жребий действительно брошен, но, к сожалению, многие, кто рассчитывал на победу альтернативы для Германии, жребий брошен в другую сторону. То есть ничего не произошло, все осталось по-прежнему. Пока, еще раз подчеркну папа, пока. Для того, кто пропустил начало моего маленького репортажа, я просто еще раз повторю цифры, чтобы вы хорошо их себе усвоили. Итак, по самым первым подсчетам, партия социал-демократов набирает 32% голосов, партия Альтернатива для Германии 29. Христианско-демократический союз 11,5%, зеленые, левые, либералы и свободные избиратели не попадают в ЛАНТАК, они не, набирают 5%, не доходят до 5% квоты и вылетают. Сара Вагенкнех, которая впервые, ее союз принимал участие в этих выборах, получает сразу 12% и в ЛАНТАК, естественно, входят. А так это выглядит по Бранденбургу в то время, когда здесь происходят выборы, и фактически решается во многом судьба Германии. Действительно решается судьба Германии. Канцлер Шольц неожиданно улетел, ну не очень неожиданно, но все-таки взял и улетел на различные форумы, которые будут проводиться и уже проводятся в рамках Организации Объединенных Наций. Не буду это комментировать. Просто мне кажется, это абсолютно такое, ну вообще даже непонятное. То есть его партия борется за то, чтобы сохранить свое место в правительстве а он в это время улетает в нью-йорк так что для шульца это такой очередной такой некрасивый шаг но надо сказать партия его выиграла или пока выигрывает это значит что его шансы на то что в следующем году на выборах он все-таки пойдет бороться за кресло канцлера выросли а вот шансы фридриха мерца который вот став уже которого назвали кандидатом в канцлеры и который уже думал вот теперь после этих выборов у нас будет все нормально все пойдет он наоборот проиграл его шансы резко уменьшились. Кроме всего прочего, напомню, что с ним свя... Он связан очень плотно с такой фирмой BlackRock, которую все очень хорошо знают, и его вряд ли бы вообще-то полюбили бы в Германии, потому что с этой фирмой в Германии связаны не самые хорошие впечатления и воспоминания. Поэтому можно предположить себе, что вот на сегодняшнюю, в результате сегодняшних выборов, на выборов в Бранденбурге, на большую при... канцлерскую гонку в Германии выходит, пока возвращается Олаф Шольц уходят зеленые появляется союз сары вагенкнехт ну и в общем-то дальнейшие э, такие напряжения вот в этом всем в этом всем конгломерате различных партий различных мнений нам тоже обещан так что э, то что цезарь сказал жребий брошен еще не означает что этот жребий правильный пока